Привет, на связи Игорь. Сегодняшнее видео будет с необычной для меня подачей, а поговорим мы про плюсы и минусы жизни на острове. Сам я живу на Бали уже 4 года, а в рамках своей основной работы в РД2 я подарил уже 115 билетов на Бали, а всего ко мне на остров приехало более 400 русскоговорящих людей. Если я буду говорить про то, что нравится и не нравится мне лично на острове, то это будут сплошные плюсы, так как это место мне безумно нравится и это мой основной дом. Поэтому для большей объективности я собрал все плюсы и минусы, которые люди когда-либо мне говорили об этом острове. Сразу хочу подметить, что минусы и плюсы варьируются от города к городу, могут быть в одном месте и совершенно отсутствовать в другом. Цель этого видео – дать вам общую информацию о Бали, а личное мнение вы сможете составить тогда, когда увидите все лично. Итак, поехали. Начнем с минусов. Не скажу, что сильно, но местами грязновато. Так как здесь всегда лето и не нужно переживать насчет одежды, то индонезийцы менее чистоплотные, чем европейцы. Они без зазрения совести могут выбросить мусор на улицу и потом это смывается реками. В итоге часто можно наблюдать какой-то умопомрачительный пейзаж, а рядом будет гора мусора. Пробки на дорогах, особенно в сезон туристов, это июль, август, декабрь, январь. Маслица в огонь пробок подливает местные церемонии, которые проходят везде и каждый день. Просто блокируют дорогу и нужно ждать, когда это закончится, либо объезжать. Бывают случаи воровства. Дорогую технику оставлять без присмотра нельзя. На вилле двери нужно держать закрытыми. Бывают случаи нападения на туристов выходцами с Явы. Они подъезжают на байке и выхватывают сумку, в основном у женщин. Правда, случается это не часто и все реже и реже. На дорогах нет правил дорожного движения, все едут по интуиции. Узкие дороги, если едешь на машине. Левостороннее движение может быть кому-то неудобным. Много насекомых, гекконы какают с потолка на все, что движется и не движется. Есть змеи и пауки, правда, не ядовитые. Много туристов. В сезон дождей их даже слишком много. Понаехали, понимаешь ли. Почти все пляжи не являются идеалом чистоты. Не все говорят на английском, хотя для бытовых вещей этого хватает. Практически нет тротуаров для пешей прогулки. Нужно уметь управлять байком, это основное средство передвижения на острове. Местная национальная еда не всем приходится по вкусу. Длительный перелет и относительно дорогой билет – $400-500 в одну сторону. Сезон дождей длится 3 месяца – с начала декабря до начала марта. Для кого-то слишком жарко – 25-30 градусов Цельсия. Всегда нужно торговаться, иначе переплатишь в 5 раз. С минусами все. Многие из них минусами для многих людей и не являются. Например, мне сезон дождей нравится. Это идеальное время для того, чтобы побыть дома, в кругу семьи и друзей. Теперь поговорим про плюсы. Потрясающая природа, горы, вулканы, пляжи, пальмы, кокосы, джунгли, скалы. Я был в 22 странах, и Бали – это самое красивое, что я видел. Куча достопримечательностей, которые вызывают вау-эффект. Огромное разнообразие животных, которых можно встречать везде и каждый день. Одно из лучших мест для серфинга на планете, особенно для новичков. Большой размер острова. Можно найти город по душе и жить там. Серфинг, йога, велосипеды, кайтеры, вегетарианство, рыбалка, дайвинг, кухни и рестораны со всего мира. Здесь можно жить за копейки, даже если ваш бюджет составляет $200 в месяц. Приветливые и миролюбивые местные жители. В общем и целом чувствуешь себя более безопасно, чем в странах СНГ. Отличный шопинг. Можно купить все, что угодно. Лето круглый год. Безвизовый режим. 2 месяца можно жить на острове. Можно находиться на острове и по 6 месяцев, если делать визу заранее и в другой стране. Интереснейшие люди со всего мира. Много приезжает сюда звезд. Есть вся необходимая инфраструктура. Больницы, детские садики, спортивные залы, аквапарки, зоопарки и прочее. Можно снять виллу в аренду всего за $400 в месяц. Чистый воздух, много людей, живущих здоровым образом жизни. Есть тусовки, бары, бильярды, боулинги, дискотеки, все в изобилии. Для жизни требуется минимум одежды, и даже она здесь стоит дешево. Хороший интернет для работы, много точек бесплатных Wi-Fi,
На телефоне есть 3G, 4G, и это по всему острову. На дорогах люди ведут себя вежливо, местные постоянно улыбаются и радуются жизни. Много святых мест силы – это рай для эзотериков. Можно легко и недорого сгонять на не менее красивые соседние острова – Гили, Ламбок, Яву. Огромный выбор фруктов и продуктов питания. Все. Моя голова пуста, я выложу вам все, что только мог вспомнить. Так описывают остров люди, которые сюда приезжают и здесь живут. Бали можно любить или ненавидеть, но точно нельзя оставаться к нему безразличным.